Ребята, привет! Я в Гонконге. Доказательства небоскребы. Я хотела показать не это, а хотела показать вот такой интересный переход. Движение достаточно интенсивное, мне кажется, именно для этого, чтобы люди не шлялись по улице. Сделаны вот такие вот переходы, они над улицей. И они прямо, знаете, я уже давно иду. В смысле, относительно? Ага, туда вот, говорит, не ходите. Ну ладно, не знаю, почему туда нельзя ходить. Вот, и как я посмотрела по карте, этот переход вьется. Он, видите, он там, сейчас, вот, тоже он в бочок ушел. Уходит куда-то в торговые центры, а так он, смотрите, какой он длиннющий. И мне кажется, что я прямо таким образом дойду до элеватора. Звучит странно, но вообще это подъемник. То есть лесенка самоидущая, как у нас в метро. Только она должна идти прямо по улице. Так. И указатель, куда эта штучка ведет. Честно, не знаю, куда мне надо. Ладно, наверное, сейчас, ребят, отключусь. Мне надо посмотреть. Метро. Мне надо посмотреть. Лобби, да, слушайте, очень длинная. Так, я уже весна приколисты. Ой, забавные. Махают ручками и со мной уже фотографироваться пытаешься. Ну, в смысле, просто фотографироваться не со мной. Так, все, я пошла смотреть карту. Вот еще раз переход в эту сторону. Люди. Ноги. Ходят. Много людей ходят. Бегают, бегом. Такие все шустрые.